Да, под эту песню, знаешь, что в Европе девушки любят танцевать приват-танец. Она очень популярна, очень. Ну, я догадываюсь. Вот. Ты хотел бы, чтобы под эту песню Риана тебе приват танцевала? Я не отказался бы от такого привата, тем более, если бы его исполняла сама Риана. Я бы с удовольствием. Как она так попает, да? А я думаю, мы бы интересно посмотрелись бы вместе, как ты считаешь? Экзотически. Так тебе ж не русские не нравятся, а наши. Но она звезда, понимаешь? Есть понятие не русская, русская, а есть понятие звезда, понимаешь? Суперстар. Звезда – это international понятие, понимаешь? International. Вот, так вот, прошла неделя с момента, когда мы, в общем-то, сняли влог о секс-роке, когда ты прилетела из с Кипра, из Греции, да, и, в общем-то, объяснила, какая популярность сейчас, как набирает популярность мой стиль секс-рок, который я придумал, да, как он набирает популярность в Греции, на Кипре, в Турции, в Европе. Вот, и даже, да, и ты даже показала фишку на всю страну, вот, на камеру, фишку, которую ты придумала для секс-рока, чтобы показать это на концертах или телешоу, допустим, в телепроектах. Это эксклюзивно для твоих, для твоего проекта, понятно, Black что... Angels, да, для твоих шоу. Ну, такая фишка, по-моему, в другой стиль, как секс-рок, кроме как секс-рок, и не подойдет. То есть она эксклюзивно для секс-рока ты придумала, правильно? Правильно, да. Вот. Ну вот хотелось бы мне узнать теперь, прошла неделя, вот каково ощущение тебя за эту неделю, вот, ну, вот от секс-рока, как ты себя чувствуешь? Вот, неделя вот была секс-рока, да, на тебе, неделя секс-рока на тебе была. Тебе интересно, отдельно секс, отдельно рок или секс-рок? Ну, впечатление от секс-рока, вот что ты сейчас чувствуешь спустя неделю?